Томас Маркер, музыкант из Германии, пройдет мастер-класс по использованию гейм-боя как музыкального инструмента с использованием секвенсора и синтезатора Apple Sound Engine. И сначала, собственно, продемонстрирует возможности сыграет песню. From Germany. Sorry, I can't speak Russian. Your email.
Firestarter, он из Германии и не может говорить по-русски. Sorry. This was some music from the Game Boy. Это была небольшая музыкальная зарисовка на Game Boy. And within the next half hour, I will show you how to make it and how it works. И следующие полчаса Томас расскажет, как можно это сделать и как это работает. Okay, first an overview about what I'm going to tell you. Сейчас немножко вкратце о том, о чем будет рассказ. Something about the Game Boy. Немного о Game Boy. About the software that is Sound DJ. И о программном обеспечении, на котором все это делается, это Sound DJ. Then how you can navigate in the program. Свойства программы, как ее управлять. About some drum kits and effects that you can include. Разных эффектов, наборов барабанов и так далее. And some enhancements to connect other gear or amplifiers to you. Также расширение, которое вы можете присоединить к Game Boy, чтобы играть вместе с другими инструментами, синхронизировать и подключать к большой системе. And in the end I will give a demonstration with an emulator how it works in general, how you can start to make sounds. И в конце с помощью эмулятора Game Boy мы покажем, как это работает, прямо небольшое. Yeah, first we start with the Game Boy. It's this little machine. Сначала немножко Game Boy, но многие узнают, это небольшая игровая приставка. That you know probably for playing games like Super Mario or... Да, и все знают Super Mario. Made in 1989, it was released in Europe in 1989. В Европе появилась в 1989 году, сделана Nintendo. And with that in memory of 8 kilobytes. 8 kilobytes памяти. And Z80 CPU running. Процессор Z80, 4 МГц с небольшим. With a little screen on it, not a lot. Маленький дисплей 160x144 пикселя. And the sound chip got four different channels. И четырехканальная звуковая микросхема. And go a bit more to the Game Boy sound chip. It's a 4-bit sample resolution. Глубина разрешения 4 бита звукового, даже не 8. And it's got four different channels. Четыре разных канала. Yeah. Импульсный канал с огибающей и модуляцией. Same with the second channel. Такой же второй канал без модуляции. And there's a wavetable channel. There you can draw your own waveforms, or you can include samples like drum samples or little voices, but it's always 4 bits, so really limited. А также волновой канал, где вы можете и свои waveforms рисовать, и также загружать туда какие-то сэмплы. And the noise channel for some effects and high-ends. И также канал белого шума с огибающей для разных эффектов, хай-хэтов. And they can be mixed like on the normal mixer. И также все каналы могут быть смикшированы независимо, как на обычном микшере. Громкость, панорама и так далее.